Всем привет, с вами ваш Борислав Шишуревский. Мы продолжаем играть в PH of 2. Что же, загрузимся в последний момент. Это у нас парк развлечения Райана. А, кстати, сегодня сразу, наверное, скажу, что будет два видео. Я не успел заменить Escape из 2 другой игры, кстати, еще не нашел. Поэтому мне, так сказать, сегодня будет две игры. Простите, но я в самом начале своего создания канала понимал, что я буду стараться выпускать три видео через день. Могу, может быть, когда-то и два. Просто я так не когда это было. Так, активировать. А, мы остановились на том, что я получил плазмит огонь. Меняется день за днем. Если хочешь лучше стать, приходи к нам поиграть. Не понимаю, зачем вот это? Еще один собиратель. А зачем он? Это все слишком дико. Почти же успел подобрать и птичку и восстановиться. Так, сейчас будем ее бомбить.
сестрёнка. Будь я проклят, сынок. Даже старшая сестра тебе не помеха. Что ж, возвращайся и растопи лед, чтобы мы смогли попрощаться с этим карнавалом. Не, на дорожку добьюсь. Еще, да и это не оружие, скорее даже, а патрон больше. Не минуту, что, что на патрон? Он пропал. Джеймс, единственный мужчина, которого я когда-либо любила, пропал. Как будто никогда и не был в восторге. Он услышал, как я пела в чистилище, и очень робко зашел туда. Ему нравились песни о том, какова на самом деле жизнь в этом городе. Думаю, он пытался организовать движение против Райана. И теперь вот пропал. А я осталась петь «Вставай, восторг, вставай!» Отлично, приятель. Мне очень повезло с тобой. Теперь надо просто открыть тоннель с поста охраны. После этого я тоже сяду в поезд. Люблю смотреть в глаза человека, когда даю ему слово. Мы с тобой, приятель, далеко пойдем. Вот ты ж гад! Я думала, что ты один из големов Синклера, пришедший сюда, чтобы держать руки восторга, в то время как он будет шарить по его карманам. Но нет. Тебе отлично все известно. И кто же это мог проявить такую жестокость? Заставить посмотреть в зеркало человека без лица. Лэмп нас поджидала. Прекращай стрелять и заводи поезд. Что это? Я грубая жена! Мимо его собираюсь прийти на следующий раунд, убедить, что сделаю ей все, что ходили прежде чем уйти. Дальше бабочки чрезвычайно опасны, поэтому прежде чем спать, либо подготовьте вам нападение. Нажмите ER, чтобы у удочерённой вам нашей сестренки отвалить ниже скадов. Остановите губ снизу, чтобы во время вашей кожи сюрприз для каждого команды. Внутри сети всегда находится на еще предмет. План. Приют. Стоп. С кого-то собьёт кого-то. Это ещё кто? Внимание! Объект Дельта заблокирован в приюте бедняка. Движение поездов приостановлено до его обнаружения. Помните, враг один, а мы — семья. Лэмп пытается загнать нас в угол, сынок. Она врубила режим строгой изоляции во всем проклятом городе. Чтобы поезд продолжил свой путь, надо раздобыть мастер-ключ системы охраны у тутошней хозяйки, Грейс Холлоуэй. Она выкинула меня на улицу из моего же отеля, Синклер Делюкс. Она стала младшей сестричкой.
Да я знаю, что мне туда. И что ты спешишь? Ты зачем мне так это расписал? О, патроны. Патроны хорошо. Пожалуйста, Бангена. Бангена посоветует вам настраивать свои активные боекомпленты и плазмидов, это они применяют различные наборы плазмидов тунку в разных ситуациях. Хотел переместить, но не получилось. Кто ты? Это за всеобщее. Я помню тебя, чудовище. Это ты украл у меня Элеонору, превратив малышку в существо настолько жуткое, что оно не может даже умереть. А теперь тебе понадобилась я? Ты совершаешь ошибку, железный папочка. Когда мы повесим тебя на фонарном столбе, и ты сделаешь свой последний вздох, я хочу, чтобы ты видел мое лицо. Я испортил мой костюм! Я же его только что забыл! Что такое? Я умнее тебя! Я король! Я стану королем! А это как достать? Это моя ерунда! Думаешь, ты меня перехитрил? Закончили? Можно, кстати, это тричком пользоваться. Ушел в сторонку, нажал, бросил. Сломал. Будем они бесконечные, блин. Если картечь начнут это
Кто? Ой, тихо. А внизу вроде как большая сестричка. И не может закончиться топливо в буре, так как он уже там еще на полгода. Еще МКП восстанавливает. А одна девочка была не такая, как остальные. Есть Адам. Спящие ангелы сия. Семья! Это чудовище похитило еще одного из наших детей. Железный папочка жаждет заполнить пустоту внутри себя. Он никогда не отпустит ее, если вы не настигнете его. Не может быть!
Больше мы этого не делаем, я это не хотел. О, мы собрали полубалку. Как внутрь-то попасть? Я не хотел убивать маленькую сестричку. Я просто забыл. Религиозные права, доктор. Простите, ребята, я... Вы можете поклоняться любому дорогому вам идолу в стенах своего собственного дома. В восторге действует единственный закон – свобода. Человек должен лишь самому себе. Намеки на противоположное... Оглушай противников на более длительное время. Зарядись и пускай в них молнии. Следовательно, незаконны. Задайте себе вопрос, Эндрю, что есть ваша великая цепь прогресса, если не вера? Цепь есть символ иррациональной силы, ведущей нас к восхождению. И мистики в ней не меньше, чем в распятиях, которые вы конфискуете и сжигаете. На всякий случай, это нужно было бы, наверное, модифицировать. Я понимаю, что мне тут сюда. Знаешь, что здесь? Черт побери. Кто бы мог подумать? Меня. Как тебе размерчик?
и все. Я построил эту железную дорогу с нуля, играя по правилам мистера Райна. А потом он попросил сбросить всю наличность в банк, чтобы дать Восторгу свободу для маневра. И теперь чертов Остин со своими батисферами хочет купить меня с потрохами, вывести из бизнеса. У меня нет семьи и нет времени на друзей. Я Атлантический экспресс, и это конечная станция. Давайте полазим. В чем прикол? Тут теперь тут добавился элемент открытого мира. В чем прикол? То есть есть локация, куда по компании не нужно идти, но мы сами можем достать. Поэтому надо баксы пройдемся. Получаем. Ну вот, видите. Все. Кусочек небольшой локации. Тут все равно что-то может лежать заодно. Я плюсик это можно стучаться, это же мне косяк. А то, что я убил, честно, не как бы очень заряжен, да, а ты там. А чего они хотели? Да здесь наркоты хватит, чтобы и носорога обдолбать. Не мудрено, что каждая нищая душонка в приюте скребется о твою дверь. Моя же работа — придумывать новые коды, чтобы они держались подальше. Теперь придется это делать каждый божий день. К черту. Пойду обмозгую проблемку в аквариуме. Вот и все. Я построил эту железную дорогу с нуля, играя по правилам мистера Райна. А потом он попросил сбросить всю наличность в банк, чтобы дать Восторгу свободу для маневра. И теперь чертов Остин со своими батисферами хочет купить меня с потрохами, вывести из бизнеса. У меня нет семьи и нет времени на друзей. Я Атлантический экспресс, и это конечная станция. А чего они хотели? Да здесь наркоты хватит, чтобы и носорога обдолбать. Не мудрено, что каждая нищая душонка в приюте скребется о твою дверь. Моя же работа — придумывать новые коды, чтобы они держались подальше. Теперь придется это делать каждый божий день. К черту. Пойду обмозгую проблемку в аквариум. Я помню, там был какой-то код. Проблема в том, что я помню, что там только Помню, что там был код. Не могу вспомнить, как он использовал. Да, что ж там может быть? Дается вам. Thank you.
А чё б нет, в клинике там аптечки, плазмиды. Элеонора выросла, похититель детей. Несмотря на то, что ты с ней сделал, доктор Лэмп нашла способ сделать эту девочку совершенством, святыней. Она дочь для всех нас, и никто в восторге не станет тебя укрывать. Она стала младшей сестрой. Большие папочки просто рабы, а ты только недавно получил свободу. Погоди, не спеши. Ты уже готов ему в глотку вцепить. Сюрприз, приятель! Только такой вот способ. Еще нет. О, патрон. Ну да, поднять. Сейчас немножко, ребята, пошаримся. Уже скоро типа дробовик тоже так. О, бронебойки, нас. Это вообще бронебойные патроны. Они мощные. Да, непонятно. Элеонора, маме нужно ненадолго уехать, а ты поживешь у тети Грейси. Мамочка, не уезжай! Элеонора, ты выше этого. Ты помнишь, что я тебе говорила? Что я особенная. Правильно. А что еще? Я рождена, чтобы изменить мир. Да. И когда мама вернется домой, мир действительно станет совсем другим. Она подготовит его для тебя. У меня нет времени на эту чушь. Что? Бесполезный мешок дерьма! Ах ты! О, плазмид! Вы говорите...
А вы говорите, ребята, зачем я пошел? А, я думаю, что это получается. Да, я лично. Самого рождения лично. Просто потому что, ну, полутал. Проблема в том, что так как первый бешок был достаточно, ну, как это сказать, туннельный. А здесь уже второй бешок, он полиген. Он уже больше. Собран свободным. Ну, выходим, изучаемся. Где хотим, что хотим, как хотим. Изучаем, ходим. Блин, найти бы оружие. Хорошо, что в этой части можно камеры вламывать. Это такая новость, бонус. Это раньше приходилось книги помочь нажать. Или уничтожать книги. Отходить. И можно даже много вправить. А теперь можно взломать. О, большой папочка. У меня Адам есть. У меня Адам. Искать сестричек, либо бить по этой трубе, это... У меня же есть подсказка. Так. Что лежит, что ли? Нет. Нам сюда написано. А, там просто еще один ход. Приют бедняка был самым захолустным районом Восторга и чертовски хорошей возможностью обзавестись доступным жильем. Когда Атлантический экспресс начал строительство пассажирской линии, здесь было выделено место под временное размещение обслуживающего... Что ж, приятель, полагаю, Грейси дома. Но этот громила только что обрушил перед нами половину моего чертового отеля. Чтобы решить эту проблему, предлагаю для начала выяснить, откуда у него такие мускулы? Найди камеру для генетических исследований, сынок. С ней ты сможешь перенять у мутантов кое-что полезное. Проверь городской ломбард.
там, папа. Вон там. Надо пособрать. Нет, никакого. Мы нашли его. Где никого? Сейчас патроны. Семья. Чудовище похитило еще одного из наших детей. Оно отвратит ее от нас так же, как оно поступило с Элеонорой. Покажите ему, что его ждет, когда оно войдет в наш сад. Никаких переговоров! Давай ее сюда! Что за черт? Видеть тебя, где бы ты ни был! Тебя побери! Надо переходить в план! Я буду ее новым папой! Идем, папа, он близко. Папа, давай соберем его. Собирай. Ангелы помнят маму. Не хочу этого слышать. Красивый, Сейчас соберем Адам. Красивые волосы. 50 Ясные волосы. 50 минут. Я хороший. Зрителей. Девочка, мистер Бин. Сильнее тебя! Убила! Ты упал на шею!
добрались до тюсткамена. Эта штуковина – настоящее чудо техники, сынок. Работает как кинокамера. Начинай снимать прямо перед тем, как начнешь стрелять по мутанту. И с каждым выстрелом ты получишь все больше информации о его ДНК. Ну что, давай ее испытаем. Какого черта? Я буду ее новым папочкой. Ага, теперь надо еще по ним стрелять. Приз за следование так увеличение урона. Вот это громил резин для противопехотных патрулей. Послушай, сынок, камера поможет тебе определить особенности любого мутанта. Найди кого-нибудь из этих громил и сними его. Сделай это, и скоро тебе хватит сил, чтобы разобрать завал перед отелем. Эта камера не любит старые шутки. Ей все время нужно давать новую пищу для размышлений. Так что подходи к съемкам творчески. Я не хотел. Прости. Продолжим в следующий раз. Что ж, ребята, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Вам всем дабл лайк, ребятки, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Также в описании будет ссылка на плейлист, группу ВКонтакте.